Скоро новоселье в селе Янтиково завершили строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жильцами новостройки скоро станут 6 семей, а также один человек из числа детей-сирот. После завершения процедур с документами в течение одного месяца все они получат ключи. Конечно, очень красиво, уютно построили, очень теплые квартиры. Конечно, мы очень довольны. Квартиры в доме имеют разные планировки. В помещениях выполнен качественный ремонт, установлено необходимое оборудование. Благодаря поддержке правительства республики программа по переселению реализуется досрочно. На данный момент в Янтиковском округе решился вопрос с переселением из всех домов, признанных аварийными до 2017 года. Александр Атяков, Александр Александров, Республика.